Установлено, что в указанном здании находится в настоящий момент центр амбулаторной онкологической помощи Канской межрайонной больницы. Там ведут прием врачи-онкологи. При визуальном осмотре здания выявлены дефекты, в частности, отслоение штукатурно-красочного слоя, выветривание цементно-песчаного раствора и разрушение кирпичной кладки. Внутри здания также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, на потолках помещения здания обнаружены просохшие следы намокания, которые возникли вследствие протечек кровли здания. В кабинетах на первом этаже, в том числе в процедурном кабинете, выявлены дефекты и повреждения покрытия пола, покрытия стен, покрытия подоконников. Указанные дефекты и повреждения, они препятствуют и не обеспечивают качественной влажной очистки и дезинфекции, соответственно, смывающими и дезинфицирующими свойствами и веществами. По выявленным нарушениям в адрес главного врача Канской межрайонной больницы внесено представление с требованием их устранить. По санитарно-эпидемиологическим нарушениям в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.